Молитва не всегда пространный монолог или длинный перечень затейливых прошений, или в храме губ беззвучное движение, или умелое склонение слова «Бог». Она души безмолвная тоска и к ближнему любовь без принуждения, и жажда хоть на миг с Творцом соединения, протянутая ввысь просящая рука. И просто зов во тьме потерянной души, без мысли, без лишних слов, без мысли выражения, глубокое до слез благоговенье в присутствии Творца в ночи, в тиши. И песни, задушевный грустный звук или из стров души стихотворенье, и сильное желание заверенье любви Отца принять из Божьих рук, желание красоты и вечного добра, и видеть их во всем стремленье и уменье, безропотное, тихое смиренье с утра до вечера и с ночи до утра. Часть естества, что в нас вдохнул сам Бог, вся тянется к Нему и ищет с Ним общения, и совершает дивные моления, каких придумать человек не мог.